Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве установить свою какую-то персональную тему клавиатуры. Для того, чтобы это сделать, нам нужна клавиатура Gboard, установленная на данном устройстве, потому что клавиатура Samsung просто-напросто не позволяет установить нам свою персональную тему. А как установить клавиатуру Gboard, уже есть видео на канале. Итак, теперь нам нужно перейти в настройки. Переходим в настройки, далее в общие настройки и в настройки нашей клавиатуры Gboard. И здесь у нас есть пунктик «Тема». Мы можем выбрать либо одну из этих уже предложенных нам, либо мы можем какую-то свою уже установить из нашей, например, галереи. Здесь у нас есть какая-то картинка, мы ее и возьмем, в принципе, устанавливать. Конечно, она слишком огромная, поэтому мы установим только какую-то часть клавиатуры. Ой, картинки, что я сказала? Вот эту, глаза и нос. Все пойдет. Далее. Так у нас это будет выглядеть. И здесь можно яркость картинки настроить. Но так, чтобы не мешала она нам видеть наши буковки. В принципе, так пойдет. Готово. И также можно отключить, например, контуры клавиш, и картинку будет видно еще лучше. И нажимаем «Применить». Все, а теперь так у нас выглядит наша клавиатура. Хотя я бы картинку поменяла все-таки. Ну, в общем, суть вы поняли. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.